Привет, дорогие друзья! Следующий этап в моем нутриеводстве. Я только начинающий любитель, и у меня нет богатого опыта общения с этими зверьками, только общая теоретическая подготовка, советы коллег, зрителей, ну и опыт кролиководства, применяемый по аналогии. И вот я решил, что дал своим зверькам достаточно времени на адаптацию, не трогал их особо, не беспокоил никак, ну только кормил. Но пришла пора переходить к сближению. Пока они еще недостаточно повзрослели, и их зубки пока не могут мне нанести серьезного ущерба. Ну, во всяком случае, я так оцениваю их потенциал в 2,5 месяца. Но знакомиться все-таки надо. Надо, чтобы они привыкали ко мне, к рукам, и чтобы для них это в дальнейшем не было стрессом. Иначе, боюсь, дальше мне будет еще сложнее. Поэтому отбросил опасения и взял нутрий в свои руки. Самый любопытный и общительный показала себя малышка Бриджит, брюня черненькая. Шустрая нутряшка, кажется, что она меньше собратьев немного. Та самая форточница, которая уже дважды смывалась из клетки. Такое. Беленькая блондинка Мерлин, как и показало взвешивание, выглядит самой крупной. Она очень милая. Вообще девчонки не производят впечатления какой-то опасности. Они не урчат сильно, не рычат на меня, не скрежещут зубками, как это делает, например, мальчик. Лапками они, коготками своими только цепляются там, за руки, за одежду, ну, чтобы не упасть и чтобы лазить. А не в смысле того, что «слышь, ты иди сюда». Вот мальчик пару раз такое пытался продемонстрировать. Он так захватывал свитер и тянул к себе. Хвостики у них нет, не противные, как писали некоторые зрители. Если они содержатся на сетке, то зверьки чистые, хвостики тоже чистые. Вообще животные достаточно чистоплотные. Хвост теплый, слегка опушенный. Нет, он не противный. Если бы он был, ну, скажем, холодным, совсем голым и мокрым, ну, может быть, да, тогда было бы неприятно. А так, обычное совершенно ощущение, ничего особенного. Просто теплый хвост. Ну, только что не опушенный, не пушистый. Кстати, бывалые нутриеводы, подскажите, то, что носики у зверьков, вот, немного мокрые, влажные,
Это нормально или есть повод волноваться? Просто если бы такое я увидел у кролика своего, я бы уже поднял тревогу. Либо антибиотики, либо даже забой, наверное. А вот с нутриями я пока не знаю. Но у всех троих зверьков немножко носик такой вот влажный, а учитывая, что они им ковыряются там в каше, там еще и такие вот именно разводы, следы от еды остаются. Не бойся. Да я понял, что недоволен. Недоволен совсем. Да. Не хочешь. Не хочешь дружить. Мальчик, конечно, возмущался. Ну, куда деваться? Но приручать все равно надо. Я их глажу и сверху, и по спинке, что вообще для них некомфортно, так как они наполовину водоплавающие и ожидают атаки как раз именно сверху, на спину. Это у них такая чувствительная зона. Но вздрагивают они только если это неожиданно, а если ты уже с ними в контакте, то есть гладишь, не отрываешь рук, то животное, ничего, нормально, реагирует вполне. Мне как раз и надо их приучить, приручить, что угрозы нету. Ну, чтобы эти инстинктивные реакции снизить максимально. Никто не обижает, нет, никто. Никто не будет обижать, нет. Ну что ты? Что ты? Куда ты полез? Куда ты полез, маленький? Самый недовольный, да? Угу. Чего ты ворчишь? Ты очень грозный. Я тебя боюсь. Но не сильно. Что такое? Смотри, какой у тебя хвост классный. Страшно. Ну, не страшно. Чё ты так ругался? Ну, видишь, как хорошо все. Конечно, страшно за пальцы, но видишь, не страшно совсем.
Не страшно. Не страшно. Видишь как. Все. Будем дружить? Да? Не будем. Будем ругаться. Чего? Чего? Что такое? Что случилось? Ну что ты ругаешься? Ну все, все, все. Все, сейчас отпущу тебя. Сейчас совсем не страшно. Ну, не страшно. Кто меня всего облил, а? Скажи, пожалуйста. Ты меня пометил? Коготки у нутрий остренькие, но поскольку они ими не защищаются в основном, а лишь хватаются для равновесия или чтобы полазить, это не причиняет каких-то серьезных повреждений. Те же кролики гораздо опаснее в этом смысле, значительно опаснее, особенно вот эти их инстинктивные задние лапы, подергивание, это страшно. Нутрии лапами не машут без нужды. Зубами меня тоже никто не атаковал, хотя мальчик и поскрежетал угрожающе. Ну, в общем, первое такое сближение прошло без потерь. Ну, разве что мою рабочую кофту пришлось сразу же отправить в стирку, так как я был щедро полит аж трижды. А так ничего, будем периодически общаться. Спасибо за просмотр, друзья. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Фермер-Одиночка.